Добрый день, дорогие друзья, компания Motolife приветствует вас. Данное видео посвящается свободному мотоциклу. Перед вами Suzuki Desperado 400. Последняя цифра номера рамы 0395. Стандартный Desperadic. Довольно-таки в хорошем состоянии. Поворотничек все целенько, все замечательно. Траверсы нижняя хром в хорошем состоянии. Верхняя также хромирована, тоже в хорошем состоянии. Руль тюненный, грипсы, все замечательно. Переднее крыло все целое, покрашено было у нас здесь. Покрышка не репанная, на мелкие репки есть, буквально на 4 с минусом. Тормозной диск без репорда, ровненький, колодок 40% в остатке. Радиатор ровненький, целый весь. Подножки, тормозная лапка целая. Двигатель весь в черном исполнении, в черном цвете. Пришел с Японии к нам такой, воздухан также в черном цвете. Бак без недочетов, не мятый. Пластиковая боковая крышка также целая, стандартная выхлопная система. Есть небольшие такие потертости на ней были. Здесь также все перекрашено в черный цвет. Заднюю сидушку перешивали, водительское в оригинальном исполнении, без недочетов, спинка для пассажира такая небольшая есть, задние поворотнички, стоп-сигнал, все целенько, задняя покрышка с хорошим остатком еще, менять не нужно будет, не репанная, амортизатор сток сухой, не ржавый, с этой стороны также все замечательно у нас, подножки все целенько. Цепь-звезда, все в хорошем состоянии, зубья не съедены, не подтянуты, натяжка на середине. С этой стороны двигатель также выкрашен, все крышечки, все в черный цвет. Бак без недочетов, не мятый, все замечательно, лапки, переключение скоростей, подножка, все целое. Итак, пробег на данном мотоцикле 48 463 километра. Поворачиваем ключ, выжимаем сцепление. Запускается. Выключил обогатитель. Пробки куда? Пошел вниз. Первая, вторая, третья переключается. Здесь более подробную информацию по нему можете узнавать у наших менеджеров. Так, обогатитель полностью убрали, обороты держат.